все-таки сегодня празднуем, и мы сегодня все пьем, тусуемся, отдыхаем на Галаксе! Очень круто, меня зовут Алексей, кто не в курсе. Мы, исполнители, очень нуждаемся в поддержке, которая исходит от вас, которые вот просто вы стоите, качаетесь, поддерживаете. И первый, кто выйдет на эту сцену, это Вульф, Эл и Юка. Это очень крутой проект, новый в нашем городе. На данный момент я считаю, что единственный. И я надеюсь, они будут с нами дальше на протяжении всех вечеринок Органикса. И сегодня мы в матрешка-баре на Органиксе! Сегодня очень круто! Это действительно очень круто! Сегодня не просто живой звук, мы приурочили вечеринку к моему прошедшему дню рождения. И это именно та атмосфера, которую я очень долгое время ждала. Это хип-хоп, это люди, которых я рада видеть. Люди, которые вообще не понимают, что такое хип-хоп, но они в шоке вообще от того, что пришли, и они рады. Все круто, все пьют, все веселятся. Все только начинается, поэтому смотрите полный фотоотчет, видеоотчет www.rapladivostok.ru. Все круто. Главное, что когда человек выходит на сцену, все сразу становится понятно, что он из себя представляет. И вот этот человек на прошлом Органиксе просто меня поразил в приятном, в хорошем смысле этого слова. Поэтому я надеюсь, что вы также его прооцените, оцените, поддержите и, в принципе, оставите его творчество. Короче, привезли как-то, я не знаю. Радикал зовут этого исполнителя. Уже лучше. Айо, как вы там, пацаны, патика? Все киты в братиках, со всего Владика. Мы на связи, бегать на пати к нам. Как на елку бежал в детском садике. Айо, как вы там, пацаны, патика? Все киты в братиках, со всего Владика. Мы на связи, бегай на пати к нам. Как на елку бежал в детском садике. Поков острый, и сам не сахар. В моей голове угроза. Здесь гуляет ногой, кровь из носа. Грязь и слезы, друзья, братья и сестры. Айо, как вы там? Я не остыл пока. Когда расслышал подобное, мумиады взрывал в персонале, как всегда подачи, деревья на доме, со скрипящими полами на своем районе. Тогда еще обожание, оба издания, как интересно с нами. Все куда-то разбежали, что пропадали. Под живой звук сегодня вечеринка. Слышит один лишь вид твоей чудесной бомбы. Ты моя звезда, мой лучик света. Я хочу тебя увидеть на кассетах. Мы на мясовых обложках, как суперзвезды. Ты такая секси, но я такой серьезный. Я буду твой Джей-Зи, но ты моя Бейонсе. Теперь я четко слышу, как твое сердце бьется. Тук-тук, тук-тук. И вот что нам скажет пресса. Мы с тобой селебритис. Нам не до стресса. Ты лучше, чем Шарлиз Терон. Ты лучше, чем ты лучше. Ты лучше, чем журнал Playboy. Ты всего мира круче. На Органиксу. Практически год уже участвую в Органиксе ежемесячно. Это что-то новое, такого не было, в принципе, в Владивостоке. Хип-хоп от живой звук. Обычно раньше просто минуса от минуса. Ну, считаете, это нужное мероприятие вообще? Безусловно. Ну, а как же иначе? Раз приходят люди, значит, это кому-то нужно, это самое главное. Если делаешь что-то и видишь результат, значит, это нужно кому-то. Еще раз, Фиаско Бэд! Я на самом деле очень...
очень разговорчива в жизни, но очень скромна на сцене. Ага! Больше шума, ребята! Ууу! Ага! Мою дорогу, пока как видишь, я и Майк читаем понемногу, 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 понемногу. Вова, это вообще здорово, Анютка молодец, что как-то продвигает это дело. Как говорит Владивосток, чисто под ней. И респект за это. И уважу, как хочешь.